просто светят звезды. Просто вселенная. На берегу Финского залива в городе Соснового Бора. Это Хантер, это станция. И все готовятся уже к летнему сезону. Поэтому все паруса уже вытащены, уже гидрокостюмы готовы. Уборка идет уже генеральная, скоро тепло и выход на воду. И я хотел рассказать про эту сферу. Обратите внимание, что она стоит уже порядка 6-7 лет. И всего лишь всего полиэтилен между досками. И температура держится одной печкой, которая внизу находится и подогревается. И Сергей уже живет уже порядка 7 лет здесь. Это вообще здорово. Я здесь ночевал однажды. Это обалденная энергетика просто вот в этом месте. Я считаю, что вот сфера – это идеальная форма постройки для проживания. И попробуйте просто сами поспите, когда в прямоугольном помещении и здесь. Это совершенно по-другому. Не знаю, может, конечно, кажется, но тем не менее, когда немножко чувствуешь, ты понимаешь, что это более правильное, чем те постройки, в которых мы живем. Так что вот, приезжайте сюда, здесь просто отдыхаем душой и телом. Мы сейчас встретились с моим другом. И детей ввожу сюда специально, чтобы они прочувствовали дух вот этого здания, дух людей свободных, которые не хотят жить в системе, которых нас запаковали. Всех и всяк, по-всякому. И мне очень нравится, это отдушина моя жизнь. Поэтому welcome, все, на залив. Учитесь виндсерфингу, здесь и кайтинг, и лодочку можно взять, и дети себя будут здесь хорошо себя чувствовать. Я очень рад, что это движение развивается с Сергеем. Ему было очень тяжело, он 7 лет, он здесь, представляете, он просто всю зиму ночевал, здесь протапливал это помещение. Но сейчас вроде уже дело пошло, уже узнали про эту станцию. Очень крутое место, очень классно для мероприятий, для всяческих. Если какие-то там семинары провести, это лучше, чем в Питере, в этих душных офисах где-то там. Лучше вот здесь. Все для этого предусмотрено. А главное, здесь залив есть. Атлантический океан, Финский залив. Так что приезжайте, давайте. Лето скоро.